А теперь к серьезным темам. С сегодняшнего дня за въезд в столицу Чувашии с водителей грузовых машин начнут взимать плату. Это вовсе не первоапрельская шутка. Третий год подряд чебоксарские власти дают специальное постановление, которое ограничивает движение по городским трассам. Под эти ограничения попадают все грузовые машины весом более 5 тонн. Причем нагрузка на прицепы не должна превышать 6 тысяч килограммов. Автомобили взвешивают на всех 6 въездах в Чебоксары. Здесь установили специальные датчики. Аппаратура с точностью определяет массу груза и высчитывает, насколько он превышает допустимые для проезда значения. Подобные ограничения в городской администрации вводят для того, чтобы уменьшить вред, который больше груза причиняют дорожному полотну. Каждый год от водителей поступает в казну более 7 миллионов рублей. Потом эту сумму направляют на ямочный ремонт. Мы пытаемся защитить дороги, которые интенсивно разрушаются именно в этот период. Это главная наша задача. Большинство владельцев строительных компаний, потому что они наиболее страдают в этот период, с пониманием относятся. Но есть товарищи, которые, ну, предположим, те, кто торгуют, вот они воспринимают это в штыки. Но это закон. Мы его выполняем. Но в то же время в городской администрации издали список машин, которые могут заехать в Чебоксары бесплатно. В него попали автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, гуманитарный груз, мусор. Водителям необходимо предъявить документы инспекторам ГИБДД. Ограничения, подчеркивают чебоксарские чиновники, временные. Они будут действовать до 30 апреля. Уже с 1 мая в столицу Чувашии бесплатно смогут заехать все автомобили, вне зависимости от того, какой груз они перевозят.